По поводу войск. Попросили меня снять про портал, который здесь есть на карте с правой стороны синего цвета. Потому что многие, естественно, знают, что это, но некоторые не знают и говорят, вот я не знаю, таких как я много, покажи нам, пожалуйста, что да как да расскажи. Для того, чтобы этот портал открылся, нам нужно выбрать с вами 4 робота. Обязательно 4 робота, в других случаях портал не открывается. Далеко среди лых холмов, средь болот и лесных ручьев, там, где солнце не светит днем, старый темный лес кругом. В том лесу стоит гора, под горой глубока нора. Далее, завалив последнего босса, перед этим, естественно, завалив всех, не надо, чтобы кто-то из игроков выходил из игры вообще, из этой локации. Если кто-то из них выйдет, портал не откроется. Точнее, он откроется, но зайти вы в него не сможете. Поэтому вот так вот делаем и заходим. Если хоть один игрок вышел из пати, все, вы его на него в него не зайдете. В этой локации мы видим много курей. Курей стрелять по ним бесполезно, потому что вы будете критовать по один, они не умирают. Смысла нет. Их глушат только бомбами. Хоть это и не рыба. Чтобы повысить КПД убийств, количество, бочки лучше ставить вдали друг от друга, чтобы они не пересекались, иначе два взрыва уничтожат одно и то же количество кур, и что есть нехорошо. Теперь смотрите, мы убили 77 кур. Это циферка зеленого цвета. Далее циферка, чем выше, она будет синего и потом оранжевого. Исходит такая легенда, если вы набьете оранжевое число, то вам дадут в конце оранжевого питомца. Синий-синий, зеленый-зеленый. Набить оранжевого очень тяжело, потому что многие в пати в рандоме не знают, они не слажены, и каждый ставит свои бочки, друг на друга, и в итоге убийств мало. Бомбы надо ставить только по откату. Если вы будете медлить, естественно, вы тоже не наберете. За курей дают золото. Золото дают мало, но многие сюда ходят, чтобы набить золото. Но это, гон какой-то. Если вы вас четверо будет в той локации, когда вы убьете последнего босса, вы зайдете в портал один, а трое потом выйдут из пати, вы здесь будете один. Естественно, вы набьете мало, но золото за каждую курицу будет давать вам гораздо больше. Видите, уже 200 убийств, 210, была цифра оранжевая. Смотрим, что нам вообще дали. Обычная еда и все. А питомца дали какого-нибудь? Ну-ка. Это синий. То есть ничего, по сути, такого здесь магического нет. Не знаю, может быть, надо больше набрать. Когда набирали 500, я даже не знаю, каким макаром это было сделано. Вот вам видео про портал, кто просил. До свидания.